Здравствуй, дорогой зритель. Ты сейчас смотришь на меня, я смотрю на тебя. Этот объектив рассказывает мне все о тебе. Твой адрес, твое место жительства, синонимы, антонимы, которые ты используешь. Между нами сейчас происходит искра-буря безумия. Нет, между нами происходит что-то большее. Между нами страсть, искренность. Вот это жгучее ощущение. Так, хорош херней страдать. Всем привет, с вами Дэн. И сегодня вы на канале VOD Multigaming. И сейчас будет ролик о... Топ? Будет топ. Вот, да, вот топ. Блин, охеренная идея. В общем, сейчас будет топ 5 лучших моментов на нашем канале VOD Multigaming за всю историю. Для справки, мы уже каналом занимаемся с 2013 года. Нашему каналу на данный момент 6 лет, в октябре стукнет 7. И нам бы хотелось сказать, во-первых, всем спасибо, что вы нас смотрите. И этот ролик будет такой, как начало года и что-то более креативное, чем просто перевод. Поэтому топ-5, поехали! Место номер 5. Итак, на 5-м месте у нас ролик, где больше сюра, чем конструктива. И если бы мы сейчас его делали бы, то он абсолютно был бы по другой концепции. И не факт, что он вообще был сделан. Но мы тогда посчитали, что нам нужно об этом рассказать. А он получился, конечно, так себе. Наверное, это один из многих роликов, за который мне стыдно на моем... Во какой эгоистичный-то. На нашем канале. Расследование про мальчика и кейсы и порноактрису на 5-м месте. Факт про Екатерину Макарову. Какая-то странная порноактриса, у которой почти нету видео. Если же они есть, то их довольно сложно отыскать. Фью, Руслан говорит название сайта. Обычно на телевидении не любят делать левую рекламу для подобных сайтов. А тут и сайт не замазали на ноутбуке. То сайт просто бы напросто потратил кучу денег никуда. Так как им бы пришлось оплачивать отель, гостиницу в течение месяца. Потом саму актрису можно оценить как элитную девушку легкого поведения. Место номер 4. Итак, на 4-м месте у нас момент, который начал нашу всю стримерскую эпопею. Мы хоть и до этого проводили стримы, но они не были с такой, знаете, как энергии, прям подачи. А вот этот стрим прям начал нашу подачу, зарекомендовал за нами формат, который, конечно, многие может найти. Там есть и пару иностранных ребят, которые делали этот формат, но они делали их не на постоянной основе. Мы решили, так как мы поняли, что это наша визитная карточка, и теперь у нас стримы проходят именно под таким началом. Итак, первый пьяный стрим 2017 года на 4-м месте. Суть ОПК какая? Это, по сути, пьяный open case, то есть... Ножик! Ножик! Дэн, это же розовый, это водка за кусоном! Понимаешь, мы открыли только 6 кейсов, уже хорошо. Ну что, почему у меня фиолетовые? Не хочет крутить последний кейс. Не хочет... Так... Дэн, крути кейс! А есть остался... О! Место номер 3. Итак, на 3-м месте у нас очень любопытная ситуация, потому что когда я записываю этот ролик и когда он сейчас выйдет, это 8 января. 4 января был у нас новогодний стрим. Кто не видел, можете найти у нас на канале, осталась запись. В общем, настолько была там крутой, самый, наверное, крутой open case, который у нас был. И по эмоциям, и по дропу, и по всей ситуации вокруг него. Поэтому на 3-м месте у нас новогодний стрим 2020. Будет у тебя фиолетовое. Вот ты сука! Потому что с твоих... С твоего дятел-хуятеля... Да, хуя аккаунтов. Раз, два... Вот это вот раз, вот это два. Место номер 2. Итак, на 2-м месте у нас ролик, который, наверное, следующие 2 места, они будут полностью под руководством Алексея, потому что такие моменты начинали наш канал, и мы не раз с ним в личных обсуждениях говорили, что если бы не эти моменты, если бы мы продолжили дальше делать ролики, то могли бы продвинуться гораздо дальше, но, как называется, лень и непонимание ситуации нас подвело.
В общем, на втором месте у нас единственное в истории нашего канала получение ножика через кейсы. Не получалось у нас уже на стримах и не получается до сих пор, но получилось когда-то, поэтому на втором месте выпадение ножика. Какая жесть, а. Да, ну что ж, бекоп под кейс. Как бы кейсы намекают, не надо этого делать, чтобы потом активировать. О, вулкан! Вулкан! Есть! Сейчас ножик тоже появится, ножик. Блять! Ножик! Блять! Ножик! Блять, я говорил, ножик выпадет. Блин, капец. Ножик. Место номер один. Ну что, ребятки, мы подошли к первому месту, и на первом месте у нас ролик, который считается самым популярным на нашем канале. На данный момент у него 79 тысяч просмотров. Я помню отчетливо, как мои одноклассники смотрели этот ролик, и на тот момент, когда еще CS прям только вот бум ее настигал, потому что CS GO вышел в 2012, бум ее настигал где-то в 2014-2015 подошел, и люди очень часто открывали кейсы, пытались найти хорошие скины. И вот получается при мне, так как я был тоже участником канала уже на тот момент, мы же делали канал вместе, и при мне одноклассники смотрели, как моему другу Лёхе падают два вулкана. Они офигевают, что так возможно. В итоге этот ролик набирает огромное количество просмотров. В общем, на первом месте два вулкана. Всем привет, с вами Вархаммер, и сегодня мы делаем open case. Вулкан! Прямо за воду! О боже мой! Вулкан! Я мне должен... Статрек! Ребята! Господи! Это невозможно! Два вулкана! Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на наш канал, нажимать вот этот там колокольчик, который вам будет оповещать о наших видео. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и не забывайте о хороших моментах. Всем до скорой встречи. С вами был Дэн. Пока.